Добрый день. Пишу видео исключительно для себя, для того, чтобы посмотреть, как чего оно выйдет. Заставка и прочие надоевшие вещи пропущены специально, чтобы не томить никого, в первую очередь себя. Переходим сразу к выходу из убежища. Представляю вам мою персонажиху. Зовут ее Комбайнерка. Ковбой Нюрка. Хотел написать Ковбой Нюрка, но так как беседка сделала все для того, чтобы ник на русском языке не набивался, поэтому Ковбой Нюрка. Вот такая вот у нас, у меня, то бишь, девушка, чьи нежные черты стали еще чертее от постоянных воспитательных упражнений с другими ковбайнерами и шедеврами отечественного машиностроения. На лице написаны явные признаки соблюдения уставов и других этических норм работников сельского хозяйства, а также следы неоднократного отмечания доской почета. Значит, начальные таланты, вложенные мною, выглядят вот так. Она у нас будет бегать приблизительно, то есть в основном бегать с пистолетом. Ну и в случае чего, если там появится какой-нибудь меткий глаз, который начнет обижать нас издалека, в принципе предусмотрена возможность пострелять из дальнобойного оружия. Но пока у нас как бы есть все для того, чтобы начать нормально играть. В принципе, заложено все для того, чтобы играть через ватс. Но это не будет чистый ватсовый билд, так как я не брал очень важные перки, которые берутся обычно. Не буду говорить про то, что не буду использовать скрытность, которая дает офигительную прибавку к урону. А также, скорее всего, мы будем использовать пистолет с глушителем, для которого у нас тоже есть офигительные прибавки к урону. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, что там, да как там. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про парламент. В общем, смотрим. Так, начальные характеристики у нас вот такие, чтобы еще нагляднее было видно. Так что, поехали, ребят. Выключите свет. Выключите свет, блин. Ага. Ну, тут такое интимное дыхание для завлечения новых зрителей. Так. Сразу скажу, я уже, конечно, играл в Fallout, поэтому некоторые моменты я знаю. Но дальше, как бы входа в любимый институт, который вроде политехнический, что ли, я не заходил. То ли усидчивости не хватало, то ли интереснее было посмотреть на других персонажей и другие билды в этой игре. Ну, в общем, дальше пока не продвинулся. Прошу прощения за мой французский прононс. Это у нас очередное достижение, блин, каких-то химиков, генетиков или прочей сволоты, которая придумала очередной вирус, из-за которого я третий день торчу дома. И вот решил поразвлекаться прохождением Fallout
Так, чтобы жизнь медом не казалась не только мне, но и всем тем, кто забредет на просмотр этого видео. Вообще, конечно, блин, эти ученые, придумывающие все новые и новые вирусы, для того, чтобы мы покупали все новые и новые лекарства, одно дороже другого, конечно, уже задолбали, блин. Я бы, честно говоря, изловил бы их и опробовал бы эти вирусы и их лекарства исключительно на них, причем лучше будет перед телекамерами, так чтобы на всю страну это показывали. Потому что ни одно известное мне лекарство, как бы, с вирусом так хорошо, как это было при советском режиме, не справляется. А то, что нам выписывают врачи, можно смело списывать на благотворительность по отношению к этим самым врачам. Надеюсь, им хоть процент нормальный в аптеках. Пусть после покупки этих лекарств в аптеках платят. Иначе чем объяснить, блин, огромное количество, блин, бумаги, так называемых рецептов, которые они выписывают пострадавшим, блин. Про то, каким почерком они это все выписывают, я рассказывать не буду. Сами видели, наверное. Ну, не видели, могу показать. Задешево. Не больше 100 баксов. Так, ну вот мы выбрались. Собираем цветочки. Значит, туда мы пока не пойдем. Так как тут есть очень прикольные вещи, которые можно взять прямо сразу. До поучительных бесед с так называемым Котсвортом. Который вместо того, чтобы героически отбивать щупальцами, блин, летящие на них ядреные бомбы, ховался, блин, в полуразрушенном доме. А за место восстановления этого дома почему-то полировал машину, о чем вы услышите немножко позже от него самого. Значит, цветочки собирать надо. Надо цветочки собирать. Потому что цветочки — это необходимый ингредиент для наркотиков. А наркотики, как показывает практика, самый лучший источник крышек. Особенно при вкачанной харике. Она у нас настолько вкачанная, что практически в экран не вылазит. Так, тут мы немножко занимались стендовой стрельбой. Теперь хорошо бы собрать всякую требуху. Ливер и прочие ингредиенты колбасы. Так. Здесь у нас где-то... Ага. Вот. Живет некрофил. Такая прикольная локация — хижина некрофила. Почему некрофила, сейчас сами увидите. Здоровый мужик с собакой. Обычно здесь мужик, посмотри. Нет, это значит, хижина некрофилки будет. Вот. Живет с трупом. С хорошо сохранившимся причем. Непонятно кого, но женского пола. Так. Причем он не только некрофил, но, как видите, наркоман. Ладно, так художественно поможем ему. Ей добежим. Попробуем. Не получается.
Ты чё это? Погоди, не спеши, ещё успеешь. Ну ладно, не будем время терять. А то подумают ещё чё. Так, побежали дальше. Этот красный, ромашка красная, короче говоря, очень офигительная вещь. Это ингредиент для виноградных ментатов, которые откармливают нашу харизму еще ширее. А это нам никогда лишним не будет. Так, вот здесь должен быть еще чемоданчик. О, ромашка. Чемодан. Собираем и потихоньку начинаем одеваться. Так, дорожная кожаная одежда нам даром не нужна. Обручальное кольцо. Непростое украшение, как сами видите. Так, противогаз, маска. Но мы не настолько симпатичные, чтобы его носить. Так, для левой руки, для правой ноги, о как, и для туловища даже. Вот так мы немножко экипировались. И теперь вот так выглядим. Не фотомодельно, конечно, зато практично, блин. Тут у нас живет юный ворошиловский стрелок или стрельчиха. Сейчас позырим. Вот. Или она. Это она. Сейчас мы ей поможем в усвоении прицеливания. И прием стрельбы от бедра. Видимо, ей очень понравилось. Так, зырим. Обычно у нее очень хорошая бронька на все части тела. Так, механика это не то, дорожная кожаная одежда тоже не то. На этот раз не повезло. В общем, короче говоря, тут на ней иногда бывает броня, забыл как она там называется, но которая дает до 27 сопротивлений урону, причем к различному. Так что заходить к ней рекомендую всем. Если кому интересны мои советы. Так, ведро брать не будем. Мы все-таки не доярка. Так, ведро у нас. Вот оно, ведро. А то вдруг кто пойдет, ему захочется по воду сходить. А тут ведро. Так, скипидар это 5. Далее, бежим, как обычно, на свалку. Ну, куда еще бегают американцы после ядреной войны? Однако, не складируются там, а почему-то роются. Складируются в виде мусора, я хотел сказать. Вообще, игра, конечно, эпичная. Что бывает, когда в Белом доме приходят к власти те, кто не любит русских. Ну или китайцев. Ну или китайцев и русских одновременно. Итог, как вы видите, блин, херовый. Правда, очень сомневаюсь, что за 210 лет это все могло развеяться. Но если мой ролик посмотрит какой-нибудь физик-ядренщик, хотелось бы услышать, через сколько как бы развились радиоактивные осадки, и можно было бы выползать из убежища на всех пяти лапах. Так, здесь лежит журналка, которая позволит нам окрашивать силовую броню. Сразу скажу, не люблю силовую броню, не люблю при ходьбе издавать
Звуки, как будто меня засунули в 3 или 4, блин, металлических ведра. Но брать буду. Чё? Чё она? Значит, вон она там. Белеется. Тут всякие олени, зайки. О, ты смотри. Это что это за прыжки такие? Олени, между прочим, украшают скромность. Ладно, мне нужен будет в основном для удобства, потому что когда к тебе подходит в ближнем бою, ты выпускаешь огромную тучу патронов непонятно куда и непонятно зачем. А вот в АТСе эффективность огня значительно выше. Так, что нам выпало? Выпало нам, кстати говоря, выпало нам не так уж и плохо. Смотрите, ручки, бронька грудная, ножки. Одна ножка потерялась. Или кто-то скоммуниздил. Американцы же. Так, одели броньку. Ядреный, блин, заряд у нас был. Мы его на свалке нашли. Тут вот еще такой вот ящичек. Грибочки. Морковка. Лучший подарок женщине. Букетик из цветов морковки. Ну или капустки. Или картошки. Женщины же разные, слава богу. Каждая любит свое. То есть, что под руку попалось, то ей и тащите. Так, здесь у нас обычно, блин, бегают три засранца. И думаю, они на нас сейчас изволят напасть. А мы с вами направляемся прямиком к еще одному ништячку, который здесь есть, и который в начале игры является просто имбовым. Я не про это, но вот одиночно торчащая, блин, труба содержит под собой тайнюк, который, в принципе, блин... Так, да-да-да, ребят, вы разве не видите, что я в броне? А вы мне мешаете, блин, кислородом дышать. Вот. А это, как обычно, плохо заканчивается. Не очень, но для вас фатально заканчивается. Так, берем все. Хотя потолок зря взял. Собачка. Друг. Человека. Только не указано какого. Так, ладно, эту залутали. Этого сейчас тоже разденем. На ранних стадиях игры кожаная броня — это просто имба. Потому что из нее можно делать всякую другую кожаную броню. И другие парадоксы. Так, тут у нас мышки-мутанты льву. Или зайки. Не знаю, кто это уже. Ну, точно не кротики. Кротики, они милые. А это гадость какая-то была. Но зато крутокрыс — это не только ценный мех. Ну и 1-2 при прокачке куска полезного, легко усвояемого мяса. Из которого можно понаделать то, что кому-нибудь нравится. Или
что кому нравится, то и может понадел. Так, пошли посмотрим, что у них тут. Так, тут у них, как всегда, поселенец валяется. Вместо того, чтобы поселяться, он, блин, тут штаны протирает. Спортивный костюм. Спортивный костюм. Спортивный костюм. Это Adidas. Пума. А это, блин, говно какое-то. Видимо, поэтому он здесь валяется. Потому что стесняется на люди выйти. Так, пошли дальше. Сейчас мы идем, как я вам уже говорил, смотреть офигительный тайнюк. Так, здесь мы все забрали. Это, видимо, хижина дяди Тома. Почему дяди Тома? Потому что, блин, больше она нафиг никому не нужна. Так, 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 так. Так, 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 так. Чё-то я промахнулся. Ага, вот. Нашел. Так, в холодильнике, как всегда, ничего. Видимо, борьба женщины за свои права у американцев перед ядреной войной достигла апогея. Что, кстати говоря, хорошо показывает их кинематограф, где кроме бутербродов жены ничего жрать не готовят. Так, здесь у нас баночки, патрончики, короткоствольный пистолет. Не знаю, мне он не нравится. Ну, пустим, так сказать, на запчасти. А вот здесь вот, 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 смотрите. Вот здесь вот находится тайнючок. Бабах! И море крышков. Так, здесь опять кто-то прибежал. А, опять, блин, зайка-переросток, блин. Так, сейчас еще один прибежит. Вот. А, их даже два тут маскировалось. Вот пейзаж. Так, ну кто у нас тут еще остался? Так, собираем зубки. А то вдруг наши выпадут. Мы себе другие вставим в два ряда. Так, ну, в принципе, здесь больше делать нифига. Пойдем, блин, в нашу любимую деревню. Ромашки. Тут всякие мостки. Вода классно выполнена, конечно. Обалденно, красиво. Блин, игра старая, блин, но вода просто потрясающая. Вот тазик для стирки. Видимо, местная какая-то ванна пошла стирать. Как обычно, нагнулась. А местный Кузьмич захотел присоседиться, разбежался. И сия пучина поглотила ее. Ну и его тоже. Пошли дальше. Да, хорошо в деревне летом. Так, вон собака какая-то очередная. Вот. Источник экспы. Ну и уровень. Так, играем мы. На чем мы там играем, ты, господи боже мой. Так, игра обычная. Да, играем мы пока на обычной. На легенде, на местной. Что там у нас, как называется-то, блин? Слава Скайриму. Так, игра, что у нас там? Высокое, очень высокое выживание. Не, на выживание мы играть не будем. Не люблю, когда через каждые 5 минут мне хочется жрать, пить, срать и прочее. Я не для этого сюда пришел. Я пришел сюда поиграть и расслабиться. Но расслабиться не так, как задумали местные дизайнеры.
чему эти анатомические подробности? Вообще-то, на самом деле, вот из просмотра того, как многие играют на выживание, блин, складывается впечатление, что у них там все какие-то эти, блин, дефектные. Они от каждого укуса болеют. У них бессонница. Нервы. А психотерапевта нет. В общем, бедище полное. Это чтобы американцы почувствовали, что это апопеоз, то бишь апокалипсис. Если нет психоаналитика, то это, ребята, для них беда. Причем непоправимая. Так, собака я бы тоже убрал бы. Ну зачем речку засорять? Значит, вот он, наш дом родной. Санкчуарий, так сказать, Хиллз. За то, что нам... За то, что мы сюда вернулись, разработчики нам выдали бонус. Видимо, никто без бонуса сюда возвращаться не хочет. Так. К этому Котсворду подойдем попозже. Сейчас сначала снимем броньку. Тут вот есть такой станочек. Для расстегивания заевшей молнии. Так, выбрались. Чинить ее не будем. Так, а вот ядерный блок заберем. Он нам пригодится. Ну и медленно встроевым шагом мы направляемся сдавать трофеи. Вот здесь такая мастерская, куда можно пихать все, что попало. Чё мы и исполним. Так, толстяк. Толстяк мы сразу положим. Хорошая вещь, кстати говоря. Так, бутылки с молотом тоже положим. Кастет фиг положим. Дробовик тоже фиг положим. Не, вот тут положим пока. Тут вдруг пригодится. Так, мое оружие. Так, кожаная одежда, как и говорил, они нужны для производства. Производства брони дерьмовой, которую я производить просто не советую. Зачем терять время, когда вокруг столько всего интересного? Города. Бабы. Водка опять же есть. В общем, все, что нужно для хорошего спортивного отдыха. Так, отсюда мы тоже складируем всю эту наркоту. Саженцы. Ромашки. Так, мясо болотника это я зря заскладировал. Его приготовить можно. Вот пакет крови, пива. Очень вам рекомендую всю эту хрень. А кроме того, что можно приготовить на специально предназначенном для этого устройстве, которое мы с вами найдем чуть-чуть попозже, я рекомендую все это складывать сюда, чтобы не таскать с собой хрен знает что и хрен знает зачем. Вот чертополох. Ядер вишня. Одну ядерку я с собой таскаю на всякий случай. Вдруг похмелиться захочется. Так. Разные. Хот-рот мы с вами нашли. Валим сюда. Он нам после нахождения уже не пригодится. Так. Патроны здесь на этой сложности ничего не весят. Но зато являются отличным товаром для обмена с местными аборигенами. Они их берут охотно, причем за очень хорошие вещи. Так что не будем поддаваться всяким дурным желаниям просрать все и сразу. А будем их копить. Так, ну а теперь пойдем поговорим. Пойдем, так сказать, поговорим. Так, убери пистолет.
Какие-то ты у меня агрессивные с утра. Хотя... Ничего удивительного. Так, да-да-да, это правда мы. Так, давай, рассказывай. Как ты тут мужа ждала? Честь мужни, но берегла. Besides our geraniums still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things will be... Так, все это я выслушивать не хочу. Да и вам, наверное, не интересно. Кому интересно, зайдите в игру, послушайте. Ну или приобретайте у меня на канале сборник избранных речей Котсворда. Тоже за дешево. Так. Это я... Как бы не переключал, потому что он меня похвалил. Назвал лучшей в мире матерью. Вот. Так, лучший мир. Это, как вы знаете. То бишь, сами знаете, какой мир. Так, Шона похитили. Так, 200 лет. Так, а что это за снег там летает? Так, Косвот, колись. Мне опыт нужен. О, опыт получили. Так, отвечай, пока я скальпель не достал. Так. Это я поспешил, как обычно. Так, да-да-да. Lead the way. Proud to serve, Mom. Вот именно. Тут пинка получишь. Вообще-то, на самом деле, играя в эту игру, я жутко тоскую по двум приемам, которые были обязаны встроить в эту игру. Это пинок и подзатыльник. Потому что иногда с некоторыми персонажами без этих полезных опций разговаривать практически невозможно. Нам мсява. Пойдем. Погуляем. Небо голубое, вообще небо классное тоже. Помню в свое время, когда играл в Skyrim, удивлялся, какое там классное небо, но здесь гораздо класснее. Так. Стреляем мы пока на троечку. Ну, у нас как будущего чемпиона Олимпийских игр все впереди. Так, ребят, я хочу сделать вот чего. Я сейчас быстренько все тут изгажу, то бишь порушу, поломаю. Попродаю и сделаю самое главное. Сделаю себе кроватку, водопровод, канализацию и все, что необходимо для тихой и спокойной сельской жизни. Я вам этого показывать, естественно, не буду, потому что и так понимаю, что превысил лимит издевательств над зрителями. Поэтому поставлю все на паузу, а после окончания строительства вернусь, и мы сходим. В общем, сходим куда-нибудь в местный город. Так, это я забыл с этим гадом поговорить, блин. Поэтому у меня квест не переключился. Сейчас поговорим. Видимо, тут мешалась Лига по защите прав роботов на разговоры со с ютуберами. Да-да. Юный Шон. Какой был Шон? Come on, Codsworth.
I need your help. Where can I go? Под кроватью смотрел, так и хочется добавить. Конкорд. Вот хочу с вами еще в Конкорд сходить, и на этом первую серию мы закончим. Так что вот, я тут начинаю генеральную приборку, а вы немного подождите. Вам-то хорошо, а мне тут минут 40 вообще херней страдать.